Доброе. У нас проблемы. Джой, каждая проблема имеет свое решение. Предупреждаю, этот парень на поворотах не тормозит. Знакомьтесь, это наш новый ведущий. Что за очаровательное существо? Я ваш продюсер. Люблю, когда женщина сверху. Придерживайтесь сценария. Услышите мой голос, делайте, что скажу. Что-нибудь неприличное? Между прочим, я вчера познакомилась с хирургом. Знаешь, что это значит? Что? Что он кому-то пальцем зад засовывает. Фу, прекрати! Поверь, мужчины любят глазами. Вот это лифчик. О, думаешь, все мужчины такие же извращенцы, как ты? Я не думаю. Я знаю. Этот хирург пригласил тебя на свидание? С ума сойти. А еще нет. Будешь делать то, что я скажу, и парень будет твой. Ты в этом так уверен? Да. По рукам. Он за тобой бегать будет. Тебе надо научиться флиртовать. А я умею. Медленно засовывай хот-дог в рот. Сомневаюсь. Ты должна быть как два в одном. Училка и стриптизерша. Смейся над всем, что он говорит. Это как имитировать оргазм. Имитация — это не оргазм. У кого как. Замечательный смех. Настоящий? Как знать. Шикарно выглядишь. О, да это я тут посуду мыла. Я думаю, ты ему нравишься. Он такой классный. Да, сладенький. Какой же ты кобель? Это почему же я кобель? Ты не переспал с грудастыми близняшками? Только с той, которая умела читать. Может, хватит, а? А что, тебя это заводит? Может быть. И мне это нравится. Правда? Размечтался. Так и знал.